Ровно 20 минут назад я поручил троим из своих 15 детей сыграть для меня понравившуюся мне мелодию из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Егор заодно должен был научить звезду на трубе немножко. А? То она же у нас не трубач. А Мария пока должна аккомпанировать сразу. 20 минут достаточно, чтобы простую мелодию, но очень красивую, сыграть. Что у вас получилось? Докладывайте. За 20 минут нормально получилось для такой времени 20 минут. Видишь, оба быстро. Все у вас получится. Главное слушаться отца. У нас самая музыкальная семья. А всем зрителям советую разводить много детей и давать им задания интересные. Вы довольны заданием, да? Да. А? Хорошая мелодия. Да. Недаром мне понравилось, правильно? Ну, через день позанимаетесь, будете еще лучше играть. И остальных надо детей научить, чтобы у нас все, ну, хоть младше десяток-то на трубах должны все играть, правда? Угу. Ты уже звезду молодец, молодец научил хорошо. Только она, ну, какой, синий берет еще, второй октавы, да? Да. Си второй октавы надо взять, поняла? Что это за звезда, которая не берет си второй октавы? Ну, это безобразие. И Маше трубу обязательно нужно. Так что молодцы. Молодцы.